Без высокой температуры в суждениях, спокойно и познавательно, сегодня на Авторадио поговорили о ковиде, о природе этого заболевания и о том действии, которое вакцина оказывает в защите против коронавируса. Гостем студии стал человек, не только компетентный в силу своего образования и опыта, но и объективный, поскольку на сегодняшний день он уже не практикующий врач и не чиновник, а преподаватель учебной дисциплины инфекционной болезни в Биробиджанском медицинском колледже. Вначале Владимира Алексеевича Дорофеева попросили ответить на вопрос, когда все это закончится. Просто когда все человечество переболеет или привьется, то есть 96% людей будут иметь антитела, вот, тогда эта заболеваемость перейдет к спорадической, то есть будут отдельные случаи. Владимир Алексеевич ранее много лет отдал практической борьбе с опасными инфекциями, работая в сложных условиях Республики Тыва. И этот опыт убежденно говорит ему, что переболеют или привьются все, исключений не будет. Поэтому те, кто думает, что они, сидя дома, избегут этой инфекции, они глубоко заблуждаются. Говоря о вакцинации, о том, делать ее или не делать, по оценке Владимира Алексеевича, это вопрос жизни и смерти. Чтобы найти на него верный ответ, стоит прислушиваться к истинным авторитетам. И как доктор дал свои прямые рекомендации на этот счет. Да вот Гинзбург выступает, это да. Он говорит дело. Или говорит Попова. Главный государственный врач, она говорит так, как есть. Или говорит главный инфекционист страны, который клинику, иммунитет рассказывает. Вот кого надо слушать. А прослушать полную запись эфира с инфекционистом и преподавателем Владимиром Дорофеевым можно на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Богдан Патрин, Новости 21.